Венгерский парламент одобрил поправки к закону об образовании, которые усложняют работу иностранных университетов. В первую очередь они направлены против Центральноевропейского университета, принадлежащего фонду американского миллиардера Джорджа Сороса. Его обвиняют в вмешательстве во внутренние дела Венгрии и попытке влиять на общественное мнение, в том числе через образовательные программы. Новый закон не делает работу университетов невозможной, но мы ожидаем, что этот закон будет исполняться всеми. Даже организации Джорджа Сороса не могут быть выше законов Венгрии. В поддержку Центральноевропейского университета, основанного Джорджем Соросом в 1991 году после падения коммунизма, высказались более 500 известных ученых, в том числе 17 нобелевских лауреатов. Очевидно, что закон принимался в спешке, не учитывалось мнение венгерских граждан, венгерских ученых, венгерских университетов, международных организаций. Они вообще никого не слушали, говорит проректор университета Сороса. Руководство Центральноевропейского университета заявило, что намерено бороться с принятым законопроектом всеми законными средствами. В минувшее воскресенье в Будапеште несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку университета. Многие манифестанты принесли плакаты с надписью «Вето». Это призыв к президенту Венгрии использовать свое право вето и не подписывать только что одобренный закон. Hajagos Andrea, Euronews, Budapest.